Поврежденный участок газораспределительных сетей в 17-м квартале закончат восстанавливать поздно вечером. На месте утечки газа бригада работает бесперебойно уже вторые сутки, которая заменяет оборудование на поврежденном участке. Котельная квартала переведена на резервное топливо, магазины, киоски обеспечены газовыми баллонами. Сегодня подача газа восстановлена, газовые сети Якутска устарели, во многих участках вышел нормативный срок эксплуатации. В связи с этим требуется огромная работа по реконструкции и капитальному ремонту газовых сетей, сообщает пресс-служба Сахатранснефтегаза. Здесь произошла авария. Ведутся аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления. Жителям ничего не угрожает, все в штатном режиме. Меняем участок газопровода порядка 60-70 метров. Все потребители с газом, так что переживать не надо. Сразу оперативно было отключение газа произведено. Квартальная котельная квартала была переведена на жидкое топливо. 5 абонентов и строительный рынок тоже перешли на жидкое топливо и сжиженный газ. У всех все работало. Вот. Сейчас все запущены по временной схеме на природный газ. И меняем участок газопровода.